На самом 6, деле, 8, да, 10. Есть момент, по которому 13, они не оригинальные, потому что прямоугольные. Все-таки не оригинальные. Но сами поворотники оригинальные, прямоугольные. У них и габариты круглые. Ну это свежие, понимаете? И страховка тоже есть, да? Да, все есть. Это единственный автобус в частных руках, у которого есть все документы и номера. Может даже притормозить.